Молодежь Семея вносит значительный вклад в жизнь города в нынешней чрезвычайной ситуации. Волонтеры ходят по улицам города и информируют население с целью поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Еще одна группа молодых людей носит продукты пожилым людям и заботится о них в сложное время. Во время ЧП в стране важно соблюдать меры предосторожности. Как предупреждают эксперты, если санитарно-эпидемиологические требования будут выполняться, распространение вируса будет остановлено. Молодежь Семея посещает места большого скопления людей и проводит разъяснительную работу. В настоящее время по поручению акимата города Семей специалисты молодежного ресурсного центра проводят разъяснительную работу в отделениях Казпочты, банков. Расстояние должно быть не менее 1 метра. Наши волонтеры занимаются бесплатной доставкой продуктов питания для пенсионеров старше 70 лет и инвалидов первой и второй групп. Волонтеры Семея уже доставили продукты в дома более 60 пенсионеров. Для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями действует горячая линия 52 12 12. По инициативе молодежного ресурсного центра волонтерская организация «Лидер КЗ» продолжает работу по заказам, поступающим по данной линии. Волонтеры полностью обеспечены защитной одеждой. Кроме того, молодежный ресурсный центр предоставляет информацию по всем вопросам, связанным с карантином, по телефону. По поручению городского акимата действует колл-центр 56 13 88. До настоящего времени поступали различные вопросы. В день мы принимаем около 500 вопросов. Работают 5 операторов. Подавляющее большинство вопросов касается пропусков и правил поведения на улице. По инициативе молодежного ресурсного центра молодежь и волонтеры города в период чрезвычайного положения предоставляют населению информацию, бесплатную доставку продуктов питания и по возможности помогают населению в трудные времена. Как говорилось в обращении Ельбасы, вместе страна победит все. Молодежь Семей, объединившись в сложное время, прилагает все усилия для преодоления трудностей. Нургуль Садыкова, Евгений Проскурин, телеканал Семей.